Ой, хорошо, что Чабе не нужно оплатить никогда чаевые за его завтраки. Правда же не нужно? Нет, конечно. Супер. Что у нас сегодня на завтрак? Ну, сегодня мы побываем дома. У кого? Будет у нас, конечно, домашние отбивные и домашний салат. Очень захотелось. Захотелось будет. Только для начала давай узнаем, что ты там накупил. Наш домашний салат сегодня будет заправляться со сметаной, вот такой свежей. И у меня пришла идея, хочу еще взять фета. Поверьте, очень хорошо будет сочетаться с нашими овощами. Я уже очень давно хотел шницель, просто обычный классический куриный шницель. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте нам, пожалуйста, грудинку. Две штучки. Такие ровненькие, чтобы я мог красивый биточек из него вырезать. О, подходит. Еще одну такую. Я, допустим, обожаю домашнюю еду, а биточек, скорее всего, это самая-самая домашняя еда. С пюрешкой, со всеми делами можно его подавать. Филешка есть? Идемте, овощной павильон. Для домашнего салата я просто возьму набор овощей. Вот, возьму помидоры, желтые, красные. Сейчас сезон. Конечно же, возьмем просто редиску, перец. Немного огурца. Супер. Парочку синего лука. Опа. Есть. Осталось купить для домашнего салата еще по пути зелень. Идемте домой, будем его готовить. Для приготовления куриного шницеля с домашним салатом понадобится куриное филе 300 грамм, панировочные сухари 30 грамм, одно яйцо, 2-3 помидора, перец болгарский 1 штука, 2-3 огурца, синий лук 1 штука, зеленый лук 3-4 пера, укроп пару веточек, сметана 20% 100 грамм, оливковое рафинированное масло, сливочное масло, черный перец и соль. Я просто взял, смотри, набор овощей, так. То, что тебе нравится, смотри, и почистил тебе даже синий лук. Спасибо. Все. И собери нам, пожалуйста, салат, как ты на свой вкус как ты дома. Мне что делать? Ну, давай сделаем из него такие плоские кусочки. А, подожди, плоские, ты вот так хочешь резать? Ну, отбивную, конечно, ну, отбивную. Смотри, что вот это сначала уберем. Это всегда можно детям потом маленькую отбивнушку делать. А с филе, смотри, вот так аккуратно разрезаем. Все. Как ты делаешь дома? Ну, пленочкой давай накроем, мы будем отбивать молотком. Давай, давай. Через пищевую пленку всегда легче разровнять. Ты хочешь два оборота сделать? Ну, я хотел два, но ничего страшного, давай. Да, смотри. Можно я тебе один секретик расскажу? Когда сбиваешь мясо, постарайся его чуть-чуть вот... Растягивать? Растягивать, да. Давай. Продолжай. Это, ну, на. Настюша, как у тебя там получается? Ну, как дома. Давай я пока разобью яйца. Что еще можно? А подайте мне, пожалуйста... Помидорчики. Помидорчики, сейчас, огурчики. Сейчас, я тебе все дам, сейчас, смотри. Ладно, я возьму сама, я поняла. Ты поняла? С вами все понятно. Бери и желтенькие, и тут есть красненькие. Только не, аккуратно, Костик, не рви его, пожалуйста. Смотри, по-моему, уже готово. Не, еще не готово. Но смотри, надо сначала, ты когда разрушил волокна с большим, тогда давай с этим. Давай. Понял? И вот красиво двумя руками. Чуть-чуть посолим. Что там? Ну, по идее, все готово. По идее, все готово. Ну, давай посмотрим. Хорошо. С первого раза нехай. В следующий раз, когда будем готовить телятину, я вам покажу, как надо отбивать, чтобы у нас получилась идеальная форма. Все, давай перчим, солим. Я еще молоко иногда добавляю. Молоко? Да. Я, ну, держу это в молоке, а потом уже. Ну, у каждого хозяйки свой секрет у дома, да? Да. Обычное просто масло, рафинированное. Очень важная еще информация. Угу. Всегда шницель надо жарить вместе с маслом.
сухарики, панка. Японцы придумали, они как хлопья получаются, знаешь? Смотри, все, смотри, панируем. Панируем? Панируем. Так. Сначала. Так, у нас маслица подгорает. Так, чуть-чуть поправь его. Так, и сразу вот сюда, смотри. Вау. Все, смотрите. Идеальная отбивная. О, боги, сейчас такие запахи. От Константина Октябрьского у нас на сковороде. Все. И вторую малышку. Супер. Сухари можно купить, да? Да, можно купить, они копейки стоят. Костик, да? Иди сюда, не отходи, потому что, не дай бог, чтобы подгорело, смотри. Нельзя. Вау, смотри какая. Штука у нас получилась. Костик, принеси мне, пожалуйста, эту бумажку и вот тарелочку, да, потому что будем доставать. Да, вот эту вот салфеточку на него. Вот так, хватит? Давай еще одну. Okay. Да. Шницель куриный у нас готова. Смотри, какая. Очень аппетитная. Красиво. Смотри, вау. И вторая. Буквально пару минут отдохнет. Как раз масло лишнее вытечет. И сверху тоже промокнем. Да. Класс. Ты еще не солила, ничего не делала, ничего. Да? Ничего. Класс. Вот это сметана. Вот это сметана. Это моя любимая еда. Ой, отбивнушка и салат домашний со сметаной. Мне кажется, больше мне ничего не нужно. А ты синий тоже резала лук, да? Конечно. Перец тебе дать? И соль. Все. Так, все, солю. А ты это планируешь? Смотрите. Тогда разрежем вот так. Бивнушку, чтобы удобнее было кушать. Наискосок. Как Нурсет делает, так чик-чик-чик-чик-чик-чик, да? Угу. Твой звездный час. Ну, вот сюда. Ну, конечно. Мало ли, может, у тебя какая-то идея есть. Когда я вижу такой обед, у меня все идеи только об одном. Сюда, кроме укропа, я ничего не хочу. Знаешь? Костенька, нам нужна веточка, да, укропа. Да. Давай. Пожалуйста. Красивая, большая? Красивая. Красивая, большая. Мы сейчас с Настюшей, ну, самую некрасивую взял. Давай вот так. Не, ну ты букет собрал. Ну, конечно. Хочу, если уже у нас такой красивый, как говорят, пучок укропа, давайте, пусть будет так. Полностью, пусть будет украинским. Настюша, вот, пожалуйста, твой домашний салат и твой венский шницель из курицы. Сухаряк панка. Очень вкусно. Рецепт куриного шницеля с домашним салатом. Нарежьте овощи, добавьте измельченную зелень. Посолите, заправьте сметаной или домашним маслом. Отбейте куриное филе. Посолите, поперчите. Обваляйте в яйце, потом в панировочных сухарях. Обжарьте на сковороде на оливковом и сливочном масле. Подавайте с домашним салатом.